Развитие судостроительного завода «Восточная верфь», переданного в управление Объединенной судостроительной корпорации, оценил губернатор Приморского края Олег Кожемяка совместно с главой ВТБ, председателем Совета директоров ОСК Андреем Костиным. Мы видим, что с приходом банка ВТБ здесь существенным образом и по восточной верфи оживились работы. Вот идет строительство корабелов. Мы сейчас обсуждали необходимости там какой-то модернизации, которую банк готов провести по восточной верфи. Потому что для нас очень важно строительство паромов, катамаранов для обеспечения судоходства, пассажиров, грузов по нашим островным территориям. Поэтому объем заказов мы, безусловно, обеспечим. На ближайшие 4 года АО «Восточная верфь» обеспечили заказами на строительство гражданских судов, краболова в том числе по программе инвестиционных квот. Поэтому предприятию по всем направлениям не страшны волнения в море экономических санкций. Задача как бы одна, наверное, это вывести нашу судостроительную отрасль в число передовых, сделать современное производство, модернизировать отрасль. И, конечно, регион Дальнего Востока – это один из у нас регионов, где кораблестроение, судостроение давно было развито. И задача сейчас дальше развиваться, превратить его действительно в современное передовое производство. Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о передаче ВТБ 100% акций Объединенной судостроительной компании. По словам главы государства, это работающая и набирающая темп структура. Президент рассчитывает на то, что специалисты предприятия справятся со всеми задачами.